Здравствуйте! Это мое первое видео после начала общения с Давидом. С Давидом мы начали общаться 24 апреля, у нас уже есть некоторые результаты. Моему ребенку Тимуру скоро будет 4 года. Он совершенно не разговаривает, у нас есть звуки, но не речь. Он не просится в туалет, он не играет с детками, друзей у него нет. Да, игрушки стали его как-то более-менее интересовать. В полтора года он полностью замкнулся в себе, он стал переборчив в еде, до этого у него была речь пропала. Прошли мы различные обследования, где нам сказали, просто у вас задержка развития, ни о каком аутизме речи вообще не шло. И все даже отрицали, если я задавала такой вопрос. Ходили мы в различные центры развития, какой-то сдвиг был, но как-то это все быстро ему надоедало, и нас это все тормозилось, дальнейшего развития не было. После того, как я созвонилась с Давидом, написала нашу историю, видеообщения у нас особо еще не было, мы с ребенком пошли гулять на улицу, мы на улице гуляли до этого только за руку, он не бегал, и он боялся всего на свете, хватался за уши. А здесь ребенок бросил мою руку и побежал. Да, может, это не настолько активный бег был, как для деток 4-летнего возраста, но тем не менее для него это был бег. Потом, спустя пару дней, мы поехали с друзьями в парк, где там была девочка знакомая, и он сам полез к ней обниматься, хотя до этого он никогда не проявлял интереса к деткам. Также он пошел в общественный туалет, на унитаз, хотя дома он на унитазе может посидеть, но ничего при этом не сделать. Потом еще спустя несколько дней мы пошли в игровую комнату, в новую, где очень было много деток. Территория этой комнаты очень большая, там очень шумно. Он всегда боялся, не то что боялся, он старался как можно скорее уйти из этих комнат, где вот шум, много деток. А это он оттуда не уходил, он там начал бегать, ему там это все нравилось. Да, как бы он не всеми игрушками игрался, там выборочно, ему понравился бассейн с шариками. Вот, и как бы мы там, наверное, 3 часа провели. Вот такие сдвиги у нас уже есть, за что огромное спасибо Давиду. Будем продолжать дальше общение, развивать нашего ребенка. И будем надеяться, что скоро у нас появится еще и речь. Спасибо большое вам, Давид.